Вдячні, натхнені та ліновіті, яни спішать творить добро. 20 студентів покинули утульні квартири великих городов і виїхали у білоруську глибинку. Тільки за тим, каб бути корисними людям. Часовим пристанком на гэтый раз для бойцов зимового маршрута стала спортивная зала Іговської базової школи Добружського району. Очень любят ребята бывать именно в сельских населенных пунктах, потому что такой отдачи, такой теплоты душевной, наверное, уже в других местах не встретишь. Поэтому сюда они приезжают с удовольствием. Сельские школьники, они так избалованы различными мероприятиями, различными концертами, программами, как вот городские. Поэтому к сельским школам они идут, они готовятся особенно, и они идут с такой, заранее понимая, что ну, здесь ребята, их не так много, и ребятам это будет интересно. 80-годие вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников – подея сакрально важная. Тому зимовый маршрут проходит непосредственно про вспомники и обелиски. Молодь прибирает территории мемориалов, тем самым показываючи, что огеньчик памяти у наших сердцах не сгасаем. А еще маршрут – это час вернуться до тех, кому допомога потребная больше остатних. У Вольги Багоркиной нема родных, тому жанчине вельми тяжко у студенную зиму. Бойцы хутка берут справу в свои руки. Спрытными рухами великие колодки перетвораются у дровы для распалу, а лед на ганку зникает. Приезжая каждый Новый год, ты развиваешь новое качество себе. То есть нет какого-то повтора. Ты приезжаешь, встречаешь новых людей, сплощаешься за ними за неделю, и понимаешь, что ты от каждого что-то берешь, от каждого берешь кусочек чего-то и даешь взамен что-то. То есть это тепло, эту семью, ты приобретаешь семью вторую. У тебя своя семья дома, и ты приобретаешь ее здесь. Вот. Ты не хочешь отсюда уезжать и наполняешься эмоциями, наполняешься вот, каким-то огнем, который дает тебе вот мотивацию на грядущий год. Шлях добра для бойцов отрада «Перший крок» – это пригода протяглостью у несколько тыднев. Целое життё, полное становчих эмоций. Настасья Шабушева приехала на Гомельщину с Витебска. И за несколько дён девчина займела однодумцев, для яких добро и патриотизм – основа життя. Это необходимо для каждого. Вот еще как я вожатая, даже в лагере мы немножко агитируем ребят, рассказываем не только про отряды, БРСМ, вот это вот. Мы еще говорим про то, как важен патриотизм, что наша страна значит для нас. За вот эти два дня я зарядилась настолько, как, наверное, за три года в отрядах в принципе не получала. Это просто потрясающе. Ребята все незнакомые, но мы за день настолько сплотились, что как будто это вторая семья уже. Яны все разные со своей историей, але их объединяет одинное желание нести у свет тепло и добрыню. С песнями и радостью яны несут добро людям. И тут немая розницы, маленькая вёска або великий город. Для их головное приносить корысть людям. Татьяна Пименёнкова, Сергей Жиленко, телерадио компания «Гомель».